Всем известный российский певец Александр Маршал раскрыл новую информацию о состоянии здоровья российского певца Николая Носкова после перенесенного им инсульта. 65-летний музыкант отметил, что его приятель и коллега находится в непростой ситуации. По словам Александра Маршала, Носков помнит события, которые происходили в его жизни очень давно, но, к сожалению, не может вспомнить то, что было совсем недавно. Александр Витальевич утверждает, что продолжает поддерживать хорошие отношения с заслуженным артистом Российской Федерации. Несколько месяцев назад Маршал уже делился подробностями жизни коллеги после инсульта. Экс-солист Парка Горького заявлял, что Носков не только возобновил творческую деятельность, но и снова стал заниматься спортом. С инсультом в больнице Носков оказался 5 лет назад. Тогда ему понадобилась операция по удалению тромба в шейном отделе. У врачей в тот момент не было каких-либо утешительных прогнозов по восстановлению музыканта, но он достаточно быстро пошел на поправку и уже осенью 2018 года вернулся к творчеству и дал первый концерт. Сейчас, отметивший в начале года 66-летие, Николай Иванович продолжает выступать и гастролировать. 10 июня он даст большой сольный концерт в Москве. Подпишитесь, друзья, на наш канал, ведь мы каждое утро делаем интересные новости только для вас. Будьте всегда с нами. До скорых встреч на нашем канале.